заинтересованы в зарабатывании денег с помощью арбитража? Ищите дальше. Я и моя команда занимаемся этим уже несколько месяцев, стабильно зарабатывая в среднем более $100 в день, используя пассивный доход. Если вы хотите стать частью этого прибыльного начинания, присоединяйтесь к нам прямо сейчас по ссылке под видео. Поскольку наш сервис не имеет себе равных в области арбитража, ничто не мешает вам максимизировать свой потенциал заработка уже сегодня. Итак, давайте обсудим, что такое арбитраж. Это использование преимуществ расхождения в обменных курсах. Вы можете купить USDT на одной бирже, а затем использовать их для покупки токена, который вы можете продать за большее количество USDT в другой стране, получив таким образом общую прибыль. Это может быть как несколько процентных пунктов, так и 4-5%, что делает этот вариант невероятно привлекательным, если все сделано правильно. Важно понимать, что каждый раз, когда вы поворачиваете за угол, возникают потенциальные вопросы, проблемы и ограничения. Поиск человека в другой стране, например, в Англии, который возьмет свой паспорт и проведет множество операций с крупными суммами денег, принадлежащими вам, требует обширного исследования и доверия. Риски, связанные с таким видом торговли, высоки. Каждый шаг от одной криптовалюты к другой и, наконец, к фиатной валюте связан с элементом риска, который, если его пропустить, может привести к потере средств. В крайних случаях ваш друг в Англии может быть просто запрещен британскими налоговыми органами или даже подвергнут тюремному заключению, что означает мгновенную потерю всех ваших инвестиций. К сожалению, эти цепочки имеют ограниченную емкость. По льготной ставке вы можете приобрести только определенное количество криптовалютных токенов. Как только они будут распроданы, цепочка разрывается и все продажи прекращаются. Вот почему, когда речь идет об арбитраже, его лучше всего проводить в командах, а не индивидуально. Покупка роботов для этих целей может также показаться отличной идеей. Но есть и недостатки. Моя команда протестировала более 20 различных ботов из разных источников, включая Telegram-бота. И все они слили наши средства. Вкратце об арбитражном сервисе Capital Whale. Вот чего добились впечатляющие программисты и экономисты этой биржи. Они разработали комплексный инструмент мониторинга фиатных рынков, позволяющий отслеживать движение курса каждой валюты в режиме реального времени. Они установили массив мощных нод, которые позволяют им отслеживать все денежные потоки в криптосети. Настолько точно, что видны даже транзакции, находящиеся в полете, то есть те транзакции, которые еще не исполнены. Без правильных инструментов невозможно контролировать каждый аспект проекта. Вот почему знающие разработчики всегда полагаются на надежное программное обеспечение Matchmaker для эффективного сравнения и анализа данных. Матчмейкеры — это сложные, основанные на четких правилах программы, которые подходят к задаче арбитражной торговли с интеллектом нейронной сети. Вместо того, чтобы полагаться на людей в поиске и анализе рыночных расхождений между фиатными и криптовалютами, матчмейкеры самостоятельно определяют возможности для прибыльных сделок. Однако до сих пор в этом процессе отсутствовал один существенный элемент, а именно офшорные юрисдикции. Они предлагают легальный способ взаимодействия с фиатом, позволяющий проводить крупномасштабные операции. Благодаря анонимности, обеспечиваемой этими зонами, вам не нужно беспокоиться о личной безопасности или о том, что ваши активы могут быть похищены как преступниками, так и налоговыми органами. Все транзакции осуществляются в USDT, которые будут записаны на ваш баланс по их завершении. С такой системой можно не опасаться за работу банкоматов или карт, а также не полагаться на партнеров из других стран. Наша система продвинута и отличается тем, что она охватывает весь рынок, создавая новые цепочки каждый раз, когда что-то меняется. А поскольку изменения на рынке происходят каждую секунду, у нас есть прекрасная возможность зарабатывать на этих различных цепочках. Преимущество исключительно для тех, кто пользуется нашей биржей. Ничего подобного нет, даже не утруждайте себя поисками. Со стороны пользователя процесс прост и понятен. Все, что вам нужно сделать, это выбрать интригующую цепочку с достойным заработком, которая отвечает вашим интересам. Затем добавьте сумму USDT, соответствующую вашему бюджету. Нажмите кнопку «Старт», и через несколько минут вы получите больше денег, чем было отправлено изначально. Например, если вы отправляете $100, то внезапно получаете $106 обратно. Это все равно, что иметь свободные деньги для ежедневного использования по максимуму. Однако для участия в арбитраже существуют определенные условия.
Чтобы получить право работать в арбитраже, вы должны сначала стать поставщиком ликвидности на криптообменниках биржи. Это принесет вам ежедневный доход в размере 2-5%, а возможно и больше, в зависимости от того, в какой пул помещены ваши средства. Например, криптофиатный пул может приносить до 4-5% каждый день. Эти ограничения были введены в целях развития нашего сообщества и поощрения дальнейшего участия. Скоро состоится предварительный старт, но до его появления вы сможете использовать средства биржи Capital Whale для тестирования арбитража. Если вам это нравится и вы хотите использовать чужие средства с помощью захватывающего денежного инструмента, тогда перейдите по моей ссылке под этим видео и присоединяйтесь к нам. Арбитраж невероятно быстр и может принести вам большую прибыль. Напоминаю, баланс предоставляет биржа, а вот проценты, которые приносит арбитраж, будут только вашими. Напоминаю, ссылка находится в описании. С нетерпением жду новую встречу с вами в ближайшее время.